Тимур, с победой. Первые эмоции после матча. Эмоции, конечно же, просто невероятные, потому что столько болельщиков было. В первую очередь это радовало нас всех. Вот. И болельщики наши гнали нас вперед. Вот из-за этого и такая крупная победа. При этом ты выглядишь немножко уставшим. Да, сильно устал, потому что сыграл все 90 минут. Вот. Для меня это впервые в этом сезоне. Было тяжело, но с матчами будем набирать обороты, вот, и будет намного легче. В кубковых матчах тебя не удержать. В прошлый раз забил, в этот раз забил два. В чем секрет? Не знаю, честно говоря, какой-то кубковый герой получается. Надо уже в сезоне тоже набирать как бы обороты. Вот. Надеюсь, получится и в сезоне открыть как бы свою голевую серию и помочь команде. Расскажи про сегодняшние твои голы. Сегодняшний первый гол. Сарвели молодец, он услышал мой голос и просто через вратаря перекинул не в ворота, а прямо в меня. Я в пустые забил второй мяч. Пеняй мне дал, да, и я переправил ворота, да. Ну, в принципе, однотипные голы, просто в штрафной площади, как говорит тренер, открывайся, двигайся и получишь мяч. Был эпизод, когда ты пытался пробить через себя. Да, был эпизод, я хотел красиво завершить. У меня брат на стадионе, я отец. Вот. Брат у меня очень любит такие голы. Вот. Я хотел посвятить ему, но, к сожалению, уже ноги чуть-чуть подсводило, и под левой ногой еще тем более был мяч. Не смог чуть-чуть опустить его вниз. В дебютном матче забил сразу же Радиковский. Конкурент подрастает? Да я не скажу, конкурент молодец парень. Если так будет двигаться, почему бы и нет. Он же помогает команде нашей. Барулечка наш. Ты очень оригинально отпраздновал мяч, взял забитый мяч, взял на руки Сарвели, на шею точнее. Да, потому что спасибо ему большое, он настоящий ассистент наш, вот. Он и в сезоне помогает, и в кубковых матчах. Большой молодец, он очень много трудится, ему воздается это все. Радиковский вместе с Раком также оригинально отпраздновали, станцевали, видел танец, как бы его оценил? Честно говоря, не видел, надо будет посмотреть, и по-любому мы с командой будем в раздевалке это обсуждать и смеяться над этим. Команда выигрывает, ожиданий таких не было перед сезоном у болельщиков. В чем причина? Причина – дисциплина. Дисциплина в команде полнейшая и поддержка друг друга. Вот, на чем и строится наша команда. Наш тренер всегда только, как он говорит, порядок бьет класс. Это и есть в нашей команде.